«Технострой Олимп». Доступное жилье каждому. А эти юные танцоры уже осваивают международные танцевальные площадки. Мы говорим о коллективе «Лапушки». В День славянской письменности и культуры клин вновь звонко и красиво прозвучал на областном празднике в городе Коломна. Наш городской округ представил этот образцовый ансамбль танца. Главной концертной площадкой стала сцена конькобежного центра «Коломна». Открывал праздник сводный хор Подмосковья. 1000 человек, 38 хоровых коллективов из 21 муниципалитета. Также в программе принимали участие танцевальные ансамбли. «Лапушки» выступали под аккомпанемент симфонического оркестра и сводного хора. Организаторы представления погрузили зрителей в историю государства, народных традиций и письменной культуры. Выступление клинского коллектива стало одним из самых ярких акцентов праздника.